История случилась в обычной воинской части. С нами. Нам твердили прописные истины о долге, чести, отваге и мужестве. Говорили про нашу слабость, трусость, глупость. А нам было просто скучно. И мы пропускали все мимо ушей. От подъема до отбоя нам внушали: армия, родина, война. Но мы слышали только слова, распухавшие гулким туманом в голове. Но потом туман рассеялся. И кто бы мог подумать тогда, что это произойдет после обычного построения. Стоп! Отделение! Сюда все бегом! Рюмин! Я! Все, значит, все, сюда иди. Отделение, равняйсь! Смирно! Вольно! Значит так, товарищи бойцы, это плохо. Силантьев, я. Ты как часового снимал? Как учили. Кто тебя учил, Силантьев? Вы. Нет, не я. Я тебе 500-й раз объясняю. Ногу надо ставить с пятки на носок, чтобы ветки не хрустели. Валеев! Я! Поздравляю, Валеев! Ты умер! Ты подорвался на растяжке, Валеев! Возле блиндажа. Так кто же растяжки возле своего блиндажа ставит, товарищ старший лейтенант? Валеев, ну я взял и поставил. Может, я... Отставить смех! Товарищ старший лейтенант, а разрешите вопрос? Давай, родной. А на кой нам вся эта разведка? Ну, мы ведь не спецназ. Какой хороший вопрос! Вот к тебе подойдет враг и скажет: рядовой Миронов, скажите, пожалуйста, а вы случаем не спецназ? Никак нет. Молодец! Молодец! Вот тебе сосательная конфета! Отставить смех! Значит так, господа краповые береты, ситуация такая. До части у нас 6,5 километров, а до обеда 45 минут. У вас есть все шансы не остаться голодными. Силантьев, я! Командуй! Есть! Шевелись! Носом дыши! Слышь, патрон, он сейчас сдохнет! Тихо! Парни, я знаю, где срезать. Какой срезать, Миронов? Я жрать хочу, пошли! Я тоже. Там дорога, поймай машину, срежем, приедем раньше всех и пожрем как следует. Я понял тебя. Бежим! Тормози! Давай! Эй! Тормози! Тормози! Иди автомобиль! Тихо! Миронов, сука, ты как всегда. Угу. Сука. На грубость и бестактность отвечаем сдержанно и спокойно.
Фото на память. Улыбочка. А, разбилась. Ну-ка еще разок. Да тут недалеко, метров 300. Понял. Вон знак, видите? Вижу. О, и направо. Простите. Роза, извините. Роза, закрой. Пойдем. Ладно, ладно, не нервничай. Что за кино? Про войну. Я вижу, что про войну. Ну, что ты спрашиваешь? Ничего. Лучше футбол показали. Муха. Дай телефон зверху. Не. Черков, а какой смысл? Ты все равно всех пап своих не обзвонишь. Да мне всех и не надо. Я на ближайшую перспективу работаю. Так, мужики, сейчас оп, и на улицу пойдете. Видишь что? Я бы с удовольствием на улицу не хочу. Ну и что они там говорят? Хоть бы титры дали. Зачем нам титры? Ферштейн, что там эта немчура говорит? А то, что надо было в школе немецкий учить, а не фигней заниматься. Ферштейн? Ферштейн. Извини, не у всех мамаша училки немецкого. Меньше легань. Чего? Шмайсер, говорю, мне нравится очень. Это автомат МП-40. Мухи называют его шмайсером. Шмайсер – это пулемет. Вот такой, если что. Ты не того? Нет, не того. Нет? Нет. Ах, вот какая девочка, а. Мужики, смотрите, какая баба. Вот это посередине, классно, да, девчонка? Это она его. Слушай, она у тебя просто... На, посмотри, дурада, да? Отдай фотографию. Вы должны все рассказать, все. Из-за них старики опоздали на мероприятие. Может, не стоит их наказывать? У нас здесь армия, а не детский сад. Опоздали на 10 минут? За 10 минут наши бойцы взяли дворец Амина. А где это? А чуть южнее Ташкента. Подъем! Принесло энтузиастов. Выходим с крыльца! Рядовой Рюмин. Ну что, боец, проспал ты свой дембель. Как проспал? А все уволились, пока ты здесь харю хочешь. Пули на улицу. Есть! Равняйсь! Смирно! Посмотрите внимательно, который из них. Главное, не бойтесь. А я не боюсь. Вот этот, по-моему. По-моему или точно? Он, точно. Валеев, шаг вперед. И вот эти двое. Миронов, Мухин. Шаг вперед. Есть. А они вам оружием не угрожали? Да нет, они говорили, что ловят кого-то. А чья была идея остановить автобус? Товарищ подполковник, мы же шутили. А ты знаешь, как это называется? Это терроризм. Товарищ подполковник, молчать. Совсем страх потеряли. Вы знаете, что в автобусе ехали? Ветераны.
на встречу, посвященную Великой Отечественной войне. Извините, товарищ подполковник. Может, я пойду? Да. Это вы нас извините. Какое отделение? Второе отделение. Какое? Второе. Ты. Второе отделение, шаг вперед. Шагом марш. Ну что, сынки? Это залет. Значит так, слушаем боевую задачу. Вам предстоит марш-бросок 12 километров с преодолением водной преграды и с последующим выходом на боевые стрельбы. На все про все у вас час 15. Я буду лично вас встречать на стрельбище. А это что такое? Это патрон. Он что, шутит? Я и так вижу, что это патрон. Он не боевой, там пороха нет. А что там? Героин? Силантьев, я тебе сколько раз говорил убрать? А солдату, похоже, плевать на твои приказы. Товарищ полковник, мне его отец привез, он с ним воевал. На. И чтоб я его больше не видел. У нас здесь, слава богу, не война. Отделение! Равняйсь! Отставить! Равняйсь! Смирно! Напряг! Вот! Бегом! Вперед! Рюмин! Я... В чем дело? Тяжело, товарищ старший лейтенант. Тебе легко только автобусы угонять. Я ничего не угонял. Да я знаю. Мехновец, на шатырь давай. Товарищ старший лейтенант. Ну? Вывалимся из графика. Я знаю. Уже минут на 15. Силантьев, я знаю. Давай срежем. Что значит срежем? Если мы опоздаем, нас в части. Рюмин! Я! Ты как там? Товарищ старший лейтенант. Что, Рюмин? У меня что-то в легких. Вода булькает. Товарищ старший лейтенант, я... Подожди, Силантьев, не разговаривай со мной. Где срежем? Вот тут. Так. 2 километра экономим. Товарищ старший лейтенант, разрешите обратиться? Давай, родной. Я бы не советовал здесь срезать. Что значит, я бы не советовал? Тут, если напрямик пойдем, так в болото упремся. Тропинок-то там хватает, только место гнилое. Я не понимаю слова «гнилое», Черко. Да там корова пропадает, то еще что. А 2 года назад бабка пошла за клюкой, так до сих пор ходит. Значит так, рядовой Черко, ты не бабка, не корова. Ты боец российской армии, Черко. Бойцы, поднимаемся, через болото идем. Гнилью несет какой-то. Черко! Я! Чё ты бурчишь там? Да ничего, товарищ старший лейтенант. Воняет чем-то. Болото, Черко. Вот воняет. Да реально дышать нечем. Ну не дыши, родной. Отделение! Стой, раз, два. Товарищ старший лейтенант. Ну? А куда мы дальше идем? Туда. Ну ведь там туман. А, да? О! Ребят, амуницию снимаем, все, домой. Видите, Силантьев говорит, туман там, отставить. Вперед! Чувствую,
Я! Завадский! Я! Нормально. Виноградович. Не понял? Силантик! Я. Вот. Товарищ старший лейтенант, может быть, здесь месторождение какой-нибудь руды? Какой-нибудь Караганды, Силантик. Вперед, бойцы! Мы в графике. Ну и нормально. Так, это что такое? Полигон где? Ты деревню на карте видел? Никак нет. А она, Силантип, есть. Черко! Я! Это что за населенный пункт? Не знаю. Может, Ведянина? Хотя нет, возле реки. Товарищ старший лейтенант, возле болот ничего быть не должно. Может, картографы ошиблись, а? Я тебе скажу, кто ошибся. Михновец. Ошиблись родители Рюмина, когда его придумывали. Отставить смех. Странно. Что тебе странно? А где народ? Ну, это же деревня. И чё? Ну, чё, соответственно, все в поле. Арбайден. Ну, прям все вот арбайден. Ну да, конечно, все арбайден. Но же кто не арбайден, тот не ест. Ферштейн? Ферштейн, майн либо. Хопа, пацаны, гляньте. Ха, нехилый Панасоник. Старая школа. Ха, да. Old school. И откуда он здесь взялся-то? Ох, куда все собаки-то подевались? Какие нахрен собаки? Деревенские. Обычно лают не заткнешь, а тут тишина. Реально, пацаны, будки в каждом доме, а собак нет. Иди спроси, что это за деревня. Есть. Муха, давай со мной. Товарищ старший лейтенант, там справа движуха какая-то. Немцы! В смысле, какие немцы? Кино снимают, наверное. Какое кино? Про немцев, Миронов. Чё, непонятно, кино про немцев. Товарищ старший лейтенант, а разрешите взглянуть? Блин, вот я же как знал, как чувствовал, а? А я в армию не хотел идти. Товарищ старший лейтенант, а я-то оказался-то в нужное время, в нужном месте. Товарищ старший лейтенант, я же в институте-то с третьего тура слетел. Ну, ведь это же судьба, от судьбы-то не уйдешь.
Товарищ старший лейтенант, а? Ну ведь нужны артисты, а? Ну, нужны. А как родная меня мать провожала, а? Тут и вся моя родня набежала. Не ходил бы ты, Ванек, посадал. Миронов! Я? Отойди от меня. Ага. Уходим, пошел! Держи его, держи! Держи его! 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 Яндекс! Яндекс, надо выйти на связь, а? Тихо! Тихо! Ну скажи всем, что офицер ранен! Яндекс! За мухи! Ну пускай они пришлют вертолет, самолет, да что угодно! Ну я не знаю! Ну, тихо! Ну, слышишь? Ребят, реально немцы. Немцы, реально, ребят. Да какие нахрен немцы? Немцы. Немцы. Товарищ немцы. Старший лейтенант, ну... Ну делать-то будем, немцы! Значит так, послушай. Ты и ты, давай быстро туда. Слушай, послушай. В 2 километрах бетонка, поймайте машину и сюда. Ты понял меня? Ты понял? Иди, а если иди. Не ну. А если не остановится, поперек дороги лягут. Что теперь будем делать? Пошел! Слушай, сержант, они что, все рехнулись? Почему они боевыми патронами стреляют? Откуда я знаю? Ты слышал, они все по-немецки разговаривают, суки! Муха, закрой рот, я сам ни черта не понимаю. Они же в нас стреляли! Я видел. Черт! Подожди! Эй! Постой! Подожди! Подожди! Ты, мой хороший, подожди! Ты куда? Ну, пожалуйста, подожди, ты чего? Ну и где она? Да. Не понял. Что такое, Ферштейн? Что происходит? Что ты здесь делаешь? Русский солдат. Русский солдат? Nein. Нет. Ich bin Schüler. Я ученик. Ah!
Чуля. Ученик? Я. Чуля. Ученик. Центр класса. Десятый класс. Майн Дэнч. Экзагют. У меня хороший немецкий язык. Майнс аух. У меня тоже. Сколько тебе лет? 18. Бери мел. Вы? Что? Мел. Ком. Что писать? Диктант. Wollen mal sehen, was für ein Schüler du bist. Посмотрим, какой ты ученик. Wenn ihr's nicht fühlt, где нет нутра, nicht ärgern. Там не поможешь потом. Ihr werdest nicht там не поможешь потом. Wenn es nicht aus der Seele dringt. Цена таким усилием медный грош. Der Seele dringt. Медный грош. Хорошо. Браво. 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 Good. Come. Пойдем. Good. Good, younger. Хороший парень. Браво. Молодец. Идем. Come. Das haben wir alles eingenommen. Du schreibst gut. Berlin wird die einzige Hauptstadt der Welt. Sie wird sehr groß sein. Du kannst dir unsere Macht nicht vorstellen. Was trinken? Ja, nimm. Hallo, meine Kollegen! Komm, Junge, komm! Trinke noch einen! Prost! Prost! Ha? Oh, ein sehr guter Gonga. Gut. Auf den Führer! Thank you.
Слушайте, народ, я понял. Чё ты понял? Эту деревню, ее специально для обстрела построили. Чего? Ну вы что, тупые, что ли? Ну вы не видели, как в кино целые деревни взлетают? Ну вот эту деревню построили специально, чтобы потом разбомбить. Вова, блин, да какое разбомбить? Там было бы оцепление! Б-109? Что 109? Мистер Шмидт. А что, немецкий, что ли? Нет, пакистанский. Ну кино, ну я же говорил, пацаны. Кино. Давай, дорогой, давай! Сержант! Да ты хоть рубаешься, что здесь происходит или нет, а? Нет, не надо на меня орать! Да кто здесь орёт? Да ты здесь орёшь! Завали рот, рядовой Мухин! Да пошёл ты! Смотри, он же молодой совсем. Он же младше меня. Пошли. Чего? Добрый день, дамы и господа. Да он пьяный. Вы где были? На войне. Слушайте, парни, может, мы надышались в этом болоте газа какого-то? Да что,
Да что происходит? Война, парни. Война. Чего? Какая война? Великая Отечественная. Парни! Я говорил, не надо было в это болото лезть. Если бы не косяк с автобусом, мы бы сейчас в казарме были. Зашибись! Отлично! Значит, нашли крайних, да? Значит, это я уговорил вас срезать, да? Значит, это я, что ли, затянул вас в жижу, да? Да если бы не вот это вот чмо! Да мы давно бы уже на полигоне были! Да хляк ты грёбаный! Отпусти его! Скотина! А ты чё? Ты вообще чё здесь раскомандовался, а? Чё здесь раскомандовался, а? Ты думаешь, те сопли на плечи упали, ты начальник, да? Ты думаешь, начальник, что ли, да? А? Ты думаешь, чё у тебя? Отец полкан, значит? Мы не знаем, как тебе сержанта дали, что ли? Не знаем, думай! Так, все, хорош, вы что делаете? Сука! Убью! Все! Убью! Хорош, стоять! Связали! Сержант? Да. И что дальше? Ты ведь говорил по обстоятельствам? Ну, значит, по обстоятельствам. Да. Странно, немцы лес не прочесывают. Хотя до 42-го они в лес боялись соваться. Не знаю, как это получилось, но встряли мы по полной программе. У меня мозг вообще отказывается понимать, каким нахрен Макаром 41-й год. Как кролики, твою мать. Ни патронов, ни оружия, ни хрена. Чем маразм какой-то. Почему нам боевые патроны только на полигоне выдают? Куски железа, блин. Пожрать бы. Зашибись. 5 баллов. Пацанов закопали, сели, пожрали. Значит так, надо как-то определяться, где мы, как мы и где вообще сейчас наши. Какие наши? Русские? Что мы им скажем? Здравствуйте, товарищи. Мы ваши правнуки? Да с нами никто разговаривать не станет. В лучшем случае штрафбат, в худшем шлепнут на месте. Слушай, Яндекс, В 42-м году что было нашего калибра? 5,45. Ничего. До 74-го года ничего не появится. Во время войны все вокруг 7,62 вертелось. Вертится. Что ж, будем пробираться к линии фронта. Как? Все вместе, по карте. Я не пойду. Пойдешь? Нет, не пойду. Значит, тебя понесут. Рейнджер сраный. Да вы только умеете, что бордюры красить.
Слышь, Димон, а что, правда у тебя батя в Ижевске на оружейном работает? Да, а что? Да, так ничего, просто понятно, что теперь по оружию прикалываешься. Вообще, у меня батя рыбалку любит, а оружие ему так, по барабану. Да ты что, а ты тогда что так? Хобби. Ага. Слушай. Сержант! Скажи мне, а что, правда на этой долбанной войне не найти для калаша патронов, а? Нет. Две эгли? Че? Обидно, говорю. Иди сюда. Садись. Ну что молчишь, Рюмин? Старли Эван помер. Скоро нас всех завалят. Че это нас завалят? Рюмин. Я? Ты тупой. В тумане вся фишка, в тумане. Туман либо вечером, либо утром. А сейчас вечер. Пойдем, Рюмин. Пойдем, пойдем. А наши? Рюмин. Я. Ну ты же сам мне плакался. В курилке. Как тебе все это надоело? Как тебя достали все эти козлы? Как ты хочешь свалить отсюда, а? Забыл, как ты говно таскал? А? Наши. Будь здоров. Ты же артист, думай о чем-нибудь другом. Вот какой у тебя фильм любимый? Да какие? Да много какие. Французские я люблю, итальянские. Ты, кстати, «Большую жатву» видел? Ты опять, а? Слушай, мне от голода уже баба мерещится. Ну, я же молчу. Сначала за едой, а потом в разведку. Бать, ты чё? Бать, ты чё? Да свои солдаты! Ты чё, не видишь, что ли? Свои мы! Что происходит? Кто такие? Да свои, бать, успокойся, ты чё? Рюмин! Пацаны, там это... Что это? Где Михновец? Рюмин, где Михновец, я тебя спрашиваю? Ушёл. Куда ушел? Ты что несешь? В туман. В какой туман? В тумане вся фишка. А туман или утром, или вечером. А сейчас что? Вечер. И ушел. Исчез. То есть, получается он... Пацаны, кушать подано. Что вы, хлопцы, такие будете? Ну как-то такие.
Русские мы. Вижу, что русские. Только русские сейчас разные. Что значит разные? То и значит. Понимаешь, отец, мы выполняем спецзадание. Какое спецзадание? Ну, извини, этого я сказать тебе не могу. Сам понимаешь. Понимаю. Слушай, бать, а скажи, а где здесь немцы в основном тусуются? Чего? Ну, в смысле, базируются. Ферштейн? Бать, мы в ваших краях недавно. Ну, как-то обрисуй обстановочку. Ну, а чего тут обрисовывать-то? В Метельске немчуры навалом. А Метельск-то далеко? Так, 20 км будет. Большой город? Ну, 1015, во всяком случае, до войны так было. Ты смотри, прям мегаполис. Метельский узел железнодорожный. Поезда с немцами туда-сюда, и в Купалове тоже немцы, и в Липках. И много? Да кто его знает? Я не считал, но думаю, рота или две будут. Слышь, патрон? Да. А мы же это, полен не выставили? В смысле? Да без смысла, никто не охраняет. Ну, так иди охраняй. Есть. Скажи, отец, а немцы на тот год разъезжают? Ну, немцы это слишком сильно сказано. Приезжают двое так раз в неделю. Зачем? Ясно зачем, за самогоном. Слушай, батя, а чё ж ты немцев поешь, а своим не предложил? Отставить. Батя, слушай, скажи, пожалуйста, а когда в следующий раз они приехать должны? Ты чё? Немцы собрался валить. А где мы еще будем оружие брать? А где мы патроны возьмем? У нас же их нихт. Почему нихт? Один есть. Ну как, нравится? Вкусно. Как ты сказал, называется? Жвачка. Жвачка. Смешно. Подожди, а ты что сейчас сделала? Съела. А зачем она для другого? Для чего? Для кислотно-щелочного баланса. Пойдем в дом. Пойдем. Едут. Кто едет? Кто едет? Немцы едут. Давайте быстрее. За мной. За мной. Быстрее, быстрее. Чуть не сказал, что они сегодня приедут. Ну, они мне расписание не оставляют. Давай быстрее. Звони сыне, девочка.
Пом. Лосом, пом. За время. Биальдик. Лос Хаус. Макшнеля. Scheiße! Große Schweine! Я не могу.
Простите, но я просто не могу. Я. Дай сюда. Да пошел он. Жалко на него пулю тратить. Ее вообще нет. И война это кончилась давно. А пленных разве расстреливают? Нет, в гости приглашают. Это мы тут гости. Это вообще не наша война. А Мирозного на какой войне убили? А земля это чья? А у меня деда к мотоциклу привязали и 2 километра тащили. Зимой в 43-м. Все, хватит, дай! Пистолет какой-то странный, я не знаю, сейчас подождите. Так, все, хватит. Муха, сядь, будешь стеречь пленного, садись. На. Оказалось, убить не так просто. Наверное. Хотя говорят, что к этому можно привыкнуть. Не знаю. Отец мне говорил, что нельзя. Расскажи пацанам, как оружием пользоваться. Слушаем Борщева. Автомат. Точнее, пистолет-пулемет МП-38. Ну, хрен с ним, жмайся. Рожок примыкается вот так. Предохранитель. Здесь. Особенности. Переходника с ручного на очередь нет. При стрельбе задирает вверх и вправо. Отдача сильная, убойная сила слабая. Короче, говно, а не автомат. Подожди, дай заценить. Осколочно-фугасная наступательная граната М-39. Яйцо какое-то. Ну, в общем, ее так и называли. Тут немного не как у людей. Отвинчиваем предохранительный колпачок. Дергаем за веревочку и бросаем. 4-5 секунд. Разлет осколков 10-15 метров. Слушай, сержант. А если у нас есть чем стрелять и чем бросаться, может, выбросим наш калаши, а? Мухин, ты первый день в армии. Это твое табельное оружие. И в рушпарк вернется автоматов столько, сколько из него вышло. Парни, а можешь, пока деревня рядом, хавчиком запасемся? Логично. Кто пойдет? Я пойду. Да чего вы ржете-то? Деда реально раскулачили, а с Настей я хоть как-то договорюсь. Сержант, я сделаю. Давай. Бригаду вызывали? Антон. Тихо сидите. Тихо сидеть, сказал. Руки убрал. Куда полез? Куда полез, сказал. Да sind Margot und Martha. Это Магда и Марта. Наши девочки. Дети. Und das ist А это Магдалена. Meine Frau. Моя жена. Ich heiße Michael. Меня зовут Михаэль.
Мы так решили, все будут звать на одну букву М. Семья. Семья, я понял. Я не солдат. Я не солдат. И ты не солдат. Ведь правда? Я фермер, крестьянин. Я человек. Война – это Гитлер. Я не Гитлер. Я не солдат. Я не немец. Моя мать австрийка. Я не солдат. Тихо, тихо сидите. Я вам руки ослаблю. Ослаблю руки. Сидите тихо. Вы поняли? Муха, подъем, я сказал! Где Фриц? Schaut mal da vorne nach. Ich glaube, da vorne ist was. Geh da oben. Roten Hunde knallen wir alle ab. Ihr werdet bezahlen. Jetzt guck mal. Komm, da ist keine. Vorsicht. Passt auf, ne? Kommt besser raus, wir finden euch sowieso. Hallo, was ist da? Hey, Alter, wo bist du? Deine Enkelin haben wir schon. Jetzt kommst du ran. Hat uns gefallen. Achtung. Was ihr hört? Ja, ich glaub schon. Nein,
Настя! Антон, бегом! Антон! Ну? Антон! Говори с нами! Ну? Немцы жгут деревню, дальше ничего не видел, потому что бежал! Слышишь, дед? Мне можно. Я старый. Одно жалко. Знать бы, когда война кончится. Весной кончится. Больно ты скорый, сынок. Да весны нам немцев не погнать. Весной 45-го. Я точно знаю. Мы эту победу никогда не забудем, дед. Понимаешь? Для нас 9 мая самый главный праздник будет. Важнее Нового года. И ветераны каждый год будут идти по главной улице, а все им будут цветы дарить и спасибо говорить. Минута молчания каждый год. И через 10 лет, через 20, через 40, через 70 всегда, понимаешь, дед? И кино снимать. Потому что если бы не вы, нас бы вообще не было. Ну что, нас шестеро. А где муха? Нет больше мухи. И фрица нет. Значит так, их шестеро и нас шестеро. Сейчас наша жизнь зависит только от того, насколько точно мы выполняем наши задачи. А задачи будут у каждого. Да, у них 6 автоматов, это как минимум. Наверняка до хрена патронов и гранат. А у нас пистолет, автомат, дохлые и 2 гранаты. Я думаю, самый верный вариант – это разбиться на группы. Так и поступим. Валеев и Черко, часть бензина слить по бутылкам. Фанат, ты это знаешь и умеешь. Яндекс и Ферштейн. Гранаты давай. Поделите наши боевые подарки и в расход.
Помнишь, как пользоваться? Один пусть затаится ближе к дороге. Кремену, я в засаде. Второй, бегом к Кремену. Антон, ты заманиваешь. К сожалению, твое оружие — это все, что есть под рукой. Топор деда подойдет. Высадишь Валеева, отцепляй люльку, при на одиночке. Так быстрее. Фанат, ты замыкающий. Речь идет о секундах. И давайте соберемся. Будем думать и понимать на два шага вперед. Сейчас самое главное — это помогать друг другу и держаться всем вместе. Не спи, Рюмин. Удачи, парень. Удачи. Псосы! Полотенце не подать! Услышай, партизан! Стой! 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 Потом все поймешь. Кто? Где наш? 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 Кто? Где наш?
этого чертова тупака. Я выпущу этого чертова. Наш, ман! Немцы! Наш! Не наш! Ваша война! Какая? Ваша война началась! Ой, ой! Пацаны! Я же нет! Пацаны! Валеев! Гранаты! И кто мы теперь? Передовой отряд Красной Армии? Ага. Рабоче-крестьянская. Слушайте, какое сегодня число? 20-е. Так. Вязьму еще не взяли. А Смоленск уже у немцев. Великие Луки тоже. На, посмотри. Так, а вот хутор деда. Был. Так, парни. Через полчаса выдвигаемся. Куда? К линии фронта. А ну, Хандыхох! Хандыхох, я сказал! Какой нахрен Хандыхох? Свои, что ли? Значит так, подождите здесь, я сейчас приду. А если не подождем? А если не подождете, на минах подорветесь. Ну и кто такие? Не знаю, вроде наш товарищ командир. Почему вроде? Да говорят-то по-нашему, а вот форма... Че форма? Странная какая-то. Да и автоматы немецкие. И еще какие-то чудные. Я раньше таких и не видел. Ну где они, эти чудные автоматы? Так это, у них? Вы что, не забрали у них оружие? Так они не отдают. Что значит не отдают? Мы, говорим, стрелять будем. Они, мы тоже стрелять будем. И главное, матом кроют, похлеще нашего. Сколько их? 5. Вояки, твою мать. Кто такие? Свои. Кто старший? Ну я. Что значит ну я? Звание, фамилия? Старший лейтенант Корзун. Старший лейтенант чего? Рабоче-крестьянской Красной Армии. И что вы здесь делаете, старший лейтенант Корзун? Выполним спецзадание. Какое спецзадание? Спецзадание штаба фронта. Какого фронта? Я прошу прощения, а вы кто такой будете? Я? Я второй секретарь райкома партии и командир этого партизанского отряда. И как называется ваш партизанский отряд? Нет у нас названия. Некогда нам. Война у нас. А у нас тут типа что, дискотека что ли? Что? Рядовой Завадский. Я. Рот закрой. Так точно. Ну что, старший лейтенант, веди своих вояк на побывку. Пойдем.
Рано тут гостей принимали. Это торжественный прием еще впереди. Опрашивать будут? Теперь им будут пытать. О, смотри, у них тут и бабы есть. Дай-ка огоньку. Да, держи. Ну, скажи, трава возьми. Да, нет. Сильнуться лень. От таких хлопцев. Да, положи быстро. Что там, дрова принесли, нет? Ну, принесли, принесли его в город. Подрость пару полей. И что же это за штуковина такая у вас, братцы? АК-74. И что, надежная? Ну, пока еще не подводила. И устройство знаешь. Ну да, ну да. И где ж такие хреновины-то делают? Вась, бегай в землян. Нож мы... Родом, говорю, откуда? Из Москвы. Да забыл. Да неужели? Угу. Ой, сейчас. Ты что, из караула? Из караула пришел. Целый день. А ты говоришь, пытать будут? Нормальные пацаны. А ты футболист, что ли? А то. СДК. Слыхал такой клуб? Да ладно. Брешешь. Я? С 36-го года. В запасе. Так ты Федотова видел? Гришку? Ну? Да вот как тебя. Да. Да. Ну, твоя ЦДК. Чего? Да, там кроме Федотова никого сам нет. Ты... Давай. Давай. А ну погодь, дай дерну, а? Вот забей себе и дергай. Да ладно, Тропик. Тебя я не сам выращивал. О, точно. Бывало такое. А потом как ты зашли вот тут. Ну лови, футболин. Тебя ничего не напрягает? Что именно? Немцы говорят, что Москва. Они. Ну как, как-то ребята очень быстро гнев на милость сменили. Ты знаешь, мне тоже так кажется, но самое главное — это держать ухо востро. Ну ты скрутил. Тебе что, жалко, что ли? Корзун. Старший лейтенант. Старший лейтенант! Тут Катюха наша подарок приготовила. Давай, Катерин, выдай гостям что-нибудь из последнего. Она у нас стихи пишет. Не хуже Маяковского. Кать, ну ваша, как? Давай, держи. Давай, Катерин. А Ваську-то будем менять? Ваську-то будем менять. А куда же его делать? Ну, давай, смири. Давай. Не робей. Давай, Катя. Давай, смири. За каждую 5 земли. За каждый ручей и проталину. Умрем за советскую родину. Умрем за товарища Сталина. И пусть фашистская морда на теплый прием не надеется. Встретим мы все их гордо. Мы партизаны, гордеевцы. О, браво, Катя! Сказал-то, а? Партизанские!
Умница! Умница! Послушайте! Да ладно! Товарищи! А вот вам и название вашего отряда. Гордеевский. Ну вы скажете тоже, Гордеевский. Ну с чего бы это? Как мне потом перед начальством отчитываться? Хорошо, тогда так. Партизанский отряд Гордый. А? И Гордеев, и фамилия, и вроде бы и не Гордеев. А что? Можно? Хорошо. Ну? За это и выпить не грех. Вовремя! Это надо! Давай, присядь. Так, смотри. Бьется в тесной печурке огонь. Так, так, да, вот. Вот, смотри. На-на-на-на-на-на-на. Вот. Бьется в тесной печурке огонь. На поленьях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты белоснежных полян под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. А ты сам эту песню написал? Катерина! Слова не вздумай давать. Вдруг ее еще не написали. Композитор, блин. Лады. Сержант. Че? Ну че, обохмелиться не хочешь, а? Слушай, а что происходит, а? Арест. А потом расстрел. У нас как быков здесь, все. Понимаешь? Все, как быков. Тихо, подожди, дай подумать. А где остальные? А ты начинаешь соображать, да? Пацаны, как вы думаете, что они с нами сделают? Да ничего они не сделают. Поморожут-то отпустят. Мы же свои. А у тебя что это на лбу написано? Ты знаешь, сколько в начале войны диверсантов было? Похмелиться хочу. Перед армейкой в Нальчик ездили. Мы с их фанатьем такую зарубу устроили. Подрались? Нет, зачем? Футбол сыграли. А потом, конечно, подрались. Слышь, Серег, а в чем кайф? В смысле, в футболе? Не, ну, в фанатстве вашем. Ездите по стране на электричках, на перекладных, как бомжи какие-то. Все время там дерете, я не знаю, проблемы у вас вечно с ментами. Ну? Че, ну, кайф в чем? Как в чем? В адреналине. Понятно. А, и что тебе понятно-то? Да ничего, просто разные у нас с тобой представления о кайфе. Знаешь, по мне так рыбалка, она по кайфовее будет. Слышь, рыбалка твоя фуфло. Где в ней адреналин? А ты когда-нибудь карпа тянул? Килограмм на 8.
А ты когда-нибудь стенка на стенку махался, рыболов? А нафига мне? А нафига мне карп твой? Я его и в магазине могу купить, так ведь? Ну ты можешь головой об стенку удариться, и результат тот же будет. Или вон, иди, укол адреналина себе в зад сделай. Слышь, а ты карпа себе в зад забей. Килограмм на 6. Мужики, вам что, адреналина мало? Да уж. Партизанин! Посмотрим ты! Я солдат. Ah!
Катя, Катя. Катенька, ты меня слышишь? Катя. Все. Катя, скажи, Тихо. Все будет нормально. Тихо. Александр, гордимся нашим прекрасным. Александр, сержант! Наш плен взяли. Скажи, а лагерь в Метельске? Угу. Собак держать на привязи, иначе расстрел. Ферштейн, что там пишешь? Пошли. Ничего, письмо хочу передать. Гутен абен, девоньки. Добрый вечер. Куда едем? В лагерь. В Метельск? Нет больше Метельска. Землю сравняли. Сельсовет до станции остались. А в лагерь зачем? У полковника праздник. Каждому офицеру по бабе. Сейчас я ему такую бабу покажу. Отставить. Потом. Выходим. Ich spreche kein Russisch. Wir wissen nicht. Wir brauchen Sie Deutsch zu sprechen. Wir müssen, sodass Sie scheinen zu wissen, was man da. Проси расположение лагеря, где базируется командование, численность и вооружение. Ich habe nicht den Führer und den Vorgesetzten. Sie sehen, wie Sie sich vorstellen, oder seinen Kampf in der Detail, oder wie Sie dich ein Stück Reise. Sitz des Obersten befindet sich in einem Gebäude des Selsaveta. Auf der rechten Seite befinden sich Offiziere. Der Kampf von Stacheldraht umgeben. Штаб-квартира полковника находится в здании сельсовета. Слева барак, там офицеры. Здание обнесено колючей проволокой. Пусть нарисует. Сахна. В общем, план такой. Мы едем в лагерь под видом немцев. Наших пленных вытаскивать.
Без вас нам пробраться будет сложнее. Да и офицеров вы могли бы отвлечь. Но заставлять я вас не могу. Так что думайте сами. Добрый вечер. Давай быстрее, начальство ругаться будет. Так задержались. Товар стынет. А, девочки? Может, скинешь одну? Не могу, сегодня мало. Совет. Да. И вон стоят. Ждут. Займись парнями. Удачи, сержант. Удачи. Это к полковнику. Alles gut. Ruhe. Was ist denn los? Да, солдат. Подъем, боец. Все, вы специально. И полковника лично. Сдаем. Хай Гитлер. Ich meine, diese Beute. Полагаю, этот трофей принесет нам несколько крестов. Я согласен. О, у нас гости. Хорошо, солдат. Прелестная девушка. Очень милая, хорошая девушка. Трофей. Трофей должен быть немедленно вывезен с фронта. Так точно. Паром готов. Отлично, все хорошо подготовлено. Милая, прошу. Что-нибудь выпьете? Давай еще. Пожалуйста, конфету. Schmeckt's gut? Да,
Это очень важный ящик. Мы должны серьезно следить за ним. Achte drauf. Внимательно. Это очень важно, понял? Komm, folg mir. Не спать, следуй за мной. Можно угоститься папироской? Ein Papiros, bitte. Говорят, у вас табачок знатный. Кури. Большое данке. Хотел попробовать. О, совсем другое дело. Европа. Не то, что наша солома. Гуд? Гуд. И ты? Нихферштейн? Тафай. 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 Это легко. Ja klar, ich denke mir immer, schöne Sachen haben. Schöne Sachen. Sag mal, und immer wieder bringen wir die neuen. Ja, es kommt immer mehr. Ja, ja, also ich gemerkt, wir haben hier ein bisschen Russen da im Lager. Da warten. Ja klar, also was hast du dir denn gedacht? Ты мне одно скажи. Ты где жить собрался? На родине. Also kommt ein Analphabeter? Gut. Rate. Hey. Hey, Gefreiter, komm zu mir. Hörst du nicht? Nicht verstehen? Schneller! Also ich erzähle dir doch. A oder O? Das ist ja gut. Ja, weißt du, was A und O gemeint ist? Ach, du meinst Apfelsaft? Ja oder O, ne? Oder O. Ja, genau. A oder O. Slow Bear. Ich weiß, du hast es auch. Ich weiß, du hast es auch.
Hast du mich? Hör doch auf! Jungs, passt auf die Kisten auf! Vorsicht! Mann, ich kann das nicht mehr herumschlägen. Soldat, Солдат, грузи ящик в лодку. Счастливого пути, Ганс. И не забудь упомянуть нас в рапорте. Удача мне не помешает. Я еще ни разу не летал. Говорят, потом два дня ничего не слышишь. Скажи это фюреру, он будет смеяться. Думаешь, эта штука приведет меня к самому? Солдат, свободен. Nur der liebe Gott weiß den Weg dieses Scherzes. Bewegung! Ich bin kein Gott. Ich bin der kleine deutsche Teufel. Schneller, schneller! Weiter, weiter, weiter! Kommt! Aufpassen, ihr Schweine! Schneller, schneller! Schnapp dir die Kiste! Hast du was zu rauchen? Закурить не будет? Hör mal! Да. Слушай, далеко ли до аэродрома? Груз-то ценный, побыстрее бы. Да, к утру, думаю, прибудут. Дома, небось, давно не был? Да, там сейчас многое изменилось. Столько всякой фигни напридумывали. Сам увидишь скоро. Если вернешься, конечно. Sei nicht so nervös, mein Lieber. Das bringt Не надо нервничать, милая. У тебя от этого морщинки на лице. Хорошие девочки получают хорошие Bitte. Подарки. Und schlechte Mädel? А плохих девочек я наказываю. Verstehst du mich? Ты поняла меня? Das ist mein Geschenk. Кивни мне, дура. Я не с пнем березовым разговариваю. Посмотри на это чудо. Ты видел это? Примерь, моя красавица. Пожалуйста. Schau mal, was
Девчонки! За любовь! К родине! Война. Война, брат. Идти можешь? Можешь идти, говорю? Надо идти. Тесный, печурки огонь. На поленях смола, как слеза. Смола, как слеза. И поет мне в землянке гармонь. В землянке? Гармонь. Под улыбку твою. И глаза. Про тебя мне шептали кусты. В белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты. Как тоскует мой голос живой. Ой. Спокойнее, спокойнее. Греби спокойнее, распугаешь всю рыбу. Так точно. Господин офицер, разрешите обратиться. Говорите, солдат. Мой отец тоже рыбак. Я приятно удивлен тому, что господин офицер так уважает рыбалку. Видно, что вы большой профессионал в этом.
Sehr gut, Soldat. Правильно, солдат. Daran ist, вы недалеко ушли от истины. 12-й рыболовный слет на Рейне. 38-й год. Der erste Preis. Первый приз. Если самолет еще здесь, то это хорошо. А если нет? Че нам? До Берлина грести? Автомат у немцев, это точно. И мы не можем уйти, пока его не заберем. Немцы не дураки. Калаш круче, чем любой автомат Второй мировой на порядок, а то и на два. Если они его допрут, а они допрут. Нет, если калаш останется, все может измениться. Вот видите, сами все понимаете. Yeah.
Мины. Рюмин. Ты давно должен был сдохнуть. Ты балласт. Стоять! Вы что? Так ничего и не поняли? Мы 7 парней потеряли. Ты! Сдохнуть ты хочешь? Может, ты себя героем почувствовал? Все рождаются и умирают. Но немногие понимают, зачем они живут. А нам выпал шанс. Так сразу здесь взять и понять, какой ты человек. Может, вы забыли, что нас здесь вообще нет? А мы воюем. А знаете почему? Чтобы этой войны не было. И не важно, в каком она году. И наши парни погибли здесь. За нас. За нас, чтобы мы жили. И я вам по дурости умереть не дам. И я вас доведу до конца. Аккуратно. Пошли. Шевелись. Я нечаянно. Тихо. Тихо, стой. Ремень, стой. Не шевелись. Все будет хорошо, понял меня? Ты был прав. Я первым должен был сдохнуть. Послушай, никто не сдохнет. Стой спокойно. У тебя мама есть? Есть. Ну, кто твоя мама? Мама бухгалтер. Вот. Кто твой папа? Папа прокурор. О, прокурор. А чего же он тебя от армии ты не отмазал? Идейный он. Честный. Честный. У тебя братья есть? Нет никого. Один я. Был. Ты, Рюмин, был, есть и будешь. Пошли. Аккуратно. Что это такое? Да пока вроде ничего особенного. Так какая движуха. О, вот похоже наш груз на месте. Наконец-то. Где это чудо русской техники? Я удалю вашу жажду бутылки Рейнского. Теперь вы можете отдохнуть. Самолет будет готов через 2 часа, максимум через 2,5.
Я полагаю, у вас появился объект для внимания. Когда вы приземлитесь в нашей теплой, тихой, чистой столице, будьте готовы встретиться с гражданскими занудами. Радуются, как на елке в Кремле. Ящик один, охрана до хрена. Если это не он. Он. Да это что за Лига чемпионов? Игроки, блин. Хаотичное движение молекул. Они что, вообще не боятся? А кого им бояться? Тебя? Ну, мало ли. Война все-таки. Ребят, по большому счету нужно убрать трехчасовых. Одного вон там возле будки, второго возле мотоциклов и третьего возле штаба. Двигатель может заглушить выстрелы. Если повезет. Так, слушай, сержант. Берите на себя трехчасовых. А я, если что, этих на себя возьму. Нет. Так не пойдет. Да почему не пойдет? Потому. Слушай, чем мы там будем топтаться, как стадо баранов? Если они сюда рыпнутся, я тут пошумлю и все. Да не тупи ты, я тебе дело говорю. Ладно. Только давай так. Как только мы забираем калаш, ты идешь за нами. Понял? Понял тебя. Ремень готов? Готов. За мной. Все, музыки больше не будет. Эй, Курт! Что ты там делаешь? Курт! Ты что, заснул? Что он делает? Отвлекает. Пошли. Футбол играете, да? А? Может, сыграем вместе в футбол? Не
понимаете, не? Ни хрена ведь не понимаете. Сыграем? Ну давай поиграем немножко, а? Хорошо? А, смотришь на меня так. А! Завалишь меня сейчас, да? Футбола-то нет в Германии. Ну, Бавария, разве что, и та какая-то. Не очень хороший клуб. Ой. Это у вас пушки, ребят. Хорошо. Пистолет классный у тебя. Встать! Сюда сел. Голову отверни. Отверни! Уходим временно. Ой! Ой! Ты смотри, слушай, оружие, а? Только прям... Прям можно в башку только, чтобы... Чтобы не больно было. А еще мне нравится «Рамштайн». Очень хорошая группа «Рамштайн». Мне нравится. Давайте. Ну. Сержант! Ты что встал? Товарищ что там, сержант? Твою мать! Слушай, мы с тобой 7 месяцев в одной роте. Серебряный Рюмин, как тебя звать-то? Павел. А меня Петя. Будем знакомы. Товарищ сержант. Ага. Уходите, я вас прикрою. Рюмин, не говори ерунду. Что? Сержант, слушай. Ну? Хороший пацан. Но нас обоих убьют. И калаш заберут. Зачем тогда Валеев погиб? И Ферштейн, и Катя. Да нахрен никому не нужен этот калаш, ты понимаешь? Ты меня понимаешь? Они не за это они умирали, ты понял меня? Не за это они умирали! Рюмин, уходи. Рюмин, не дури. Уходи. Уходи.
Сержант, сука, уходи! Конечно, не за это. Каждая минута – это километр. Что, автобус тормознуть уже не получилось? На улитках добирались. А ты? Как держишь оружие? Между прочим, боевое. Вы хоть в курсе, что у вас сейчас боевые стрельбы? Боевыми патронами. Корзун, посмотри на этот сброд. Разве это бойцы? Это какая-то гоп-компания, которая вылезла непонятно откуда. А если завтра родину защищать? Силантьев. Я. Командуй. Второе отделение. На первый-второй рассчитайся. Первый. Второй. Первый. Второй. Первый. Второй. Первый. Второй. Расчет окончен. В детстве в школе на урок истории я засыпал. Мне было скучно и неинтересно. Говоря о Великой Отечественной, учитель обращался к числам, схемам и показывал карты со стрелками. И только сегодня я понимаю, что за всем этим стояли настоящие люди. Мальчики, девочки, младше меня, которые дрались за Родину. Погибали за нее, за нас сегодняшних, за нашу жизнь. Каждый год 9 мая мама водила меня на парад. Мне нравилось смотреть, как блестят ордена на солнце. Мама покупала мне шарики, флажки. Все улыбались. Мама дарила цветы. Я только не мог понять, почему этот праздник, говорят, со слезами на глазах.
Теперь я все понял. Родина одна. Одна на все времена. Вольно, разойдись.